Домашнюю игру проведет волейбольный клуб «Тархан». 17-18 февраля в рамках чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги А стритамасские спортсмены встретятся с командой из Нижегородской области. По результатам 16 туров «Тархан» находится на 11-й строчке. Я думаю, и в дальнейшем будем идти в направлении улучшения спортивных результатов. При одном... Ну, так скажем, вопрос и если бы у нас всегда будет поддержка, это любители волейбола, которые приходят на наши игры. Начало матча в 17 часов. Вход свободный. Самый активный болельщик получит призы от информационного партнера СТР Медиа Группы.